Всего доброго. Президент Аргентины Карлос Менем не был в восторге от идеи экранизировать мюзикл «Эвита». Он считал, что репутация Мадонны может навредить светлому образу Эвы Перрон. Но личная встреча со съемочной группой, куда входили режиссер фильма Алан Паркер, Антонио Бандерас и, собственно, Мадонна, переубедила политика. Он даже разрешил снять ключевую сцену на настоящем балконе своей резиденции. Именно там «Эвита» поет знаменитую «Не плачь по мне, Аргентина». Саундтрек к фильму «Эвита». Мадонна. Don't cry for me, Argentina. It won't be easy. You think it's strange.